Всем привет! Подведем итоги конкурса. Всем привет! Подведем итоги конкурса. Коли уж здесь не получается записать, сейчас отвезу вас в какое-нибудь красивое место и запишу с хорошим ракурсом и хорошим видом. Подводим итоги конкурса. Вы больно быстро отгадываете машину. В следующий раз я, если буду делать, прям сложную машину загадаю. Ну, не знаю, наверное, вы тоже ее отгадаете. Потому что вам загадаю машину за 500 тысяч, вы быстро отгадываете. За 15 миллионов тоже отгадываете. И сейчас тоже много очень писало. Китайские писали машины, хавалы. Вот. Но угадало много человек. Я хотел сказать, что именно вот эту машину. Так что сейчас я скажу, кто победил. И... здесь сейчас появятся скриншоты сообщений, кто вообще первые 4 человека, которые отгадали. Вот смотрите, отгадал первый человек в 12.12. Он написал правильно ГЛС. И кузов написал, как видите, да, написано, последний кузов. Но он имел в виду X166. Это не тот кузов, это не последний. Потому что последний, который выпускался, кузов ГЛС, это 167-й. Так что неправильный ответ, хотя написал самым первым, но был близок. Затем написал человек в 12.15. В 12.15 написал все правильно, кроме одной буквы. Но написал ГЛЕ, и кузов правильно указал, 167-й, но это ГЛС машина, так что тоже неправильно. Затем написал в 13.29 Павел, который выиграл в том конкурсе приз. Он написал все верно, прям как четко, но поздно. Ну и победитель. Давайте перед тем, как объявить победителя, вы посмотрите скриншоты этих видео. И я вам сейчас вставочки вставлю, допустим, колесный диск я снимал, да, и фотографию этой машины. Вот, посмотрите это все. Сами все видели, это именно та машина, которая сейчас на фотографии. И вот победитель, Елена, которая ответила правильно, у меня записано на снегу, так как негде записать. В 12.26 было сообщение, все верно, все правильно, кузов 20-го года, ГЛС, все верно, не придраться. Так что Елена написала ВКонтакте. Номер свой напишите, и вам бонусом прилетят 300 рублей на счет телефона. Так что всем спасибо, кто участвовал. Я, увидите,
какой вам фон выбрал. Церковь заброшенная. Классные кадры. Вы, как участники, молодцы. Все старались, все писали. Ответов было много, как всегда. Еще многих я, все, кто знает, кто ответил. Я просто не могу всех огласить. Тут получится видео длинным. А оно, они у меня какие-то всегда затяжные немного, да? Вот, в принципе-то, вот и все. Конкурс подошел к концу. Ждите новых конкурсов. Еще постараюсь сделать. Будет еще интереснее, потому что есть еще одна задумка. Как снять интересную машину, просто нужно время и встретиться, и то, и все, все стыковать. Все не так просто, поэтому конкурсы не так часто, и не так часто они еще почему? Потому что слишком они высокооплачиваемые, и я не успеваю копить для вас деньги. Ладненько, всем удачи, здоровья в столь нелегкое время, и пока.